какая красота. Офигенно. Хотите так, приезжайте в Зеленогорск. Классно. 150 рублей, напоминаю, стоит сап. Полчаса. И катаетесь. Даже вдвоем он катается. 300 рублей в час. На море будет дороже, раза два минимум. Здесь волн нет, вот здесь лодка проплыла, а здесь немножко волны, а так волн здесь не бывает. И учиться на сабе кататься — это самое оно. Я учился лично прямо на море, на волнах, много раз падал. На 2 года назад последний раз я на сабе плавал. Ну, поедем на море и там будем на сабе кататься. А пока наслаждаемся такой красотой. Очень красиво. Оттуда с кафешки запах шашлыка идет. Заманчиво. Железноводске офигенно. Приезжаем, друзья. Пока лето, наслаждаемся. Приезжаем в Железноводск попить водичку. Железноводская целебная, чтобы оздоровиться, исцелиться и жизнью насладиться. Ваше здоровье. Здесь так классно. Можно покататься на сабе, на катамаране, поплавать в озере, если хотите, позагорать, погулять по парку. Очень красивый парк здесь, в Железноводске. Сам город окружен горами. Очень красивое место. Если хотите оказаться на моем месте, в состоянии релакса, в состоянии кайфа, приезжайте сюда. И подписывайтесь на канал Андрей на Юге. Не забываем о донатах, друзья. Буду рад поддержкой. Вы поддержите меня, я поддержу вас. Больше красоты, больше любви для вас.
Let's go. Друзья, приехали мы из Ессентуков на маршрутке 117. 95 рублей стоит проезд. 25 минут и вы в Железноводске. Let's go. Смотреть парк. Можете посмотреть мое прошлое видео. Я в феврале снимал. Это решил я летом прогуляться. Заброшенное кафе. Классно. Вот так отблагородили все. Кто комментировал в феврале, то, что реконструкция будет очень долго проходить еще. Вот, пожалуйста, сделали. Как я вам и говорил. Красота везде. Новая брусчаточка. Все идеально. Это смотрите. Скоро здесь ларек-нарек откроется какой-нибудь продуктовый. Дедушка Ленин. Посмотрел направо, налево и пошел боком. Почетные граждане Железноводска. Горы какие красивые. Обалдеть. Просто обалдеть, друзья. Летом вид совсем по-другому. Видится, ощущается. Ленин, привет. Красота. Газончик, смотрите, какой красивый. Постриженный. Гладенький, ровненький. Мягенький. А! Свежепостриженный. Кайф. Наконец-таки я выбрался в Железноводск. Такая жара стояла. Ну, не факт, конечно, что и сегодня будет 40 плюс. Но пока утром еще нормально. Какой газончик красивый, ты посмотри. Балдеж просто. Парковочка. Ну да, с парковкой, конечно, тут есть такой нюансик. Поэтому я приехал на маршрутке. 95 рублей, я здесь. Очень мало места, конечно, паркануться. Но можно прямо по центральной улице поехать и там найти место. Какая красота, друзья. Козерог. Класс. Пойдем. Саш, идем вон туда наверх. Еще много ступеней. Не жарко, классно, друзья. Утро офигенное. Сегодня посмотрим красоту, покажу вам
передам свои эмоции вам. Железноводск forever. Магазин Универмаг. Там, короче, продукты. Сейчас надо остановиться. Что-то я быстро погнал. А давайте еще посмотрим, что здесь продается. Мороженое. 70 рублей, 80, 150. 80. Магнат 180. 130 коровка. Я пишу, Гриша стоял. Чай. Чай ценников нет. Ну, где-то 100 рублей. Так, сейчас. Варенье. Чучхелла. Финики, миники. Можно взять и прогуляться. Классно. Конфетки. Что здесь еще есть? Красота, друзья, просто красота. Посмотрим, здесь рынок внутренний. Иди, пожалуйста, в Марины. Все. Перчатки, где там, кто замерз. Шапки. Зачем? Вот такой маленький рынок. Перед парком. Вместе, что еще надо? Кинжал взял, перчатки взял, бешуру-мышуру взял и вот пушистую мышь взял и пошел. Главное мышь не забыть. Такой здесь план парка. Рекомендуемые маршруты, как можно пройти. Ставим на паузу и смотрим. Погнали, нас ступеньки ждут. Как красота. Кот. Обалдеть, просто обалдеть. Птички чирикают. Хорошо, что я с утра поехал. Уже припекает немного. Такая кружка. Видите, можете купить такую. Они приняли чашку за слона. Да не слон, это чашка. Лестничный марш красивый, друзья. Гора виднеется.
лес создает прохладу такую приятную. Чайный домик. Пойдем посмотрим цены. Вот такой чай. 150 рублей. Букет Кавказа. Витаминный. 150. Липа 300. Малина. Малина. Тут еще. Стивия. Чай какой-то. 300 рублей. 300 рублей еще какой-то липоцветного. А, краснодарский. А краснодарский чай какую цену? Ага. Прокат велосипеда. Все приходят в парк и первым делом фотографируются зелеными человечками. Ну так, друзья, я вам показал чай, цены. И в принципе вы можете такой же чай на рынке купить, либо в магазине, два раза дешевле. Допустим, краснодарский чай я лично покупаю, такой 100 грамм, стоит в Пятерочке 130 рублей. Здесь он стоит 300 рублей. И вот такие чаи маленькие по 100 грамм у нас на рынке в Сентуках 50 рублей. Я думаю, здесь в Железноводске тоже будет такая же цена. А здесь вот для туристов цена 250-300 рублей за 100 грамм. То есть вот так. Стоит немножко спуститься на рынок и купить дешевле. Как бы, ну зачем? Это такой лайфхак вам, друзья, от души. Ну смотрите, что продается. Специи 150. Такой автобус. Можно по всему парку прокатиться. Специи, кстати говоря, накрутка 300%. Кто не в курсе. Так что вот так вот 150 рублей стоит маленькие такие пакетики, значит, это где-то рубли 50 будет стоить на самом деле. Какая здесь тоже красота. Видимо, не дошли до сюда руки администрации, но очень красиво тут тоже, уютно довольно. Давайте посмотрим, куда ведет нора. Какая красота. Опачки, опачки. На мостик попали, друзья. Железноводск. И тропы пошли туда по лесу. Там кизил, мизил. Кстати, липу можно тоже надюрманить.
Мостик такой классный. Надеюсь, он не развалится. О. Замочки. Так. Солом. Солом Таня. А, Ахмед Султан. Вот так вот. Угу. Надеюсь, что написано. Непонятно, что написано. Луиза, Луиза. Надеюсь, у них все получилось с любовью. Вот такая сосна. Красиво. Сейчас мы так вернемся и понизу пойдем. Если мы там пройдем. А, это тропа получается, короче, следующий парк идет. Ой-ой-ой, как я выйду отсюда, интересно. Вот так, лайфхак. Мостик прошел вокруг, и вот вниз пошел. Она будет осторожна. Так мы выбрались. Красота. Магазин сувениров. Красивые турки. 2800 рублей, рог. Танки. Пойдем посмотрим, что внутри. Красота. Ага, чай 500 рублей. Чихава. Кешью 150 рублей. А, 450. Угу. Орешки. Давай покормить. Зелье из дерева. Ну, кот. 400 рублей. Кот. Угу. Путин. Вот такие прикольные сувениры. Не, довольно прикольно все. Брежнев, Ельцин, Бекетсет, Иван Грозный, Сталин. Я не смогу целую коллекцию собрать. Чего такого нет? Енот. О, варенье. 350 рублей. С орешками. Семечки. Это что? Урбеч. Что
стоит такой урбеч. Именно тыка урбеч называется, вообще не знал. Такой урбеч есть. Так он... Ладно, пойдем смотреть дальше. Он внутри один. Спецы. Вон на том мостике мы были только что. И снизу мостиков. Ну, немножко подушат он, конечно, но довольно еще держится крепкий. Печку покормить. У них там есть хавчик. Накидано. Люди следят за питанием птиц. О, там закрыт. Хотел пойти поснимать он. Карта маршрутов в более крупном масштабе таком. Давайте сходим туда, что там у нас. Стигу я там не был. А, это тропа, скорее всего, наверх, на гору. Теренкур номер один, 3600 метров наверх. Теренкур номер два, 4900. Теренкур номер три, 8 километров, 50 метров. Фига себе. Короче, самый короткий вот 3600 получается. Славяновская вода тут. Так, время работы. 7 утра до 7 вечера. А стаканчик, а, 5 рублей, ага. Срок не пьем. Пять рублей стаканчик. Берем и пьем. Я, наверное, на обратном пути попью. Очень красивые места здесь. Короче, здесь три маршрута. Вокруг горы, на гору, по Теренкуру.
самый длинный, 8 километров. Его. Что там у нас? 5 октября 2019 год. Окончание строительства каскадной лестницы. Угу. Это что, типа, должны были в 2019 году закончить? До сих пор, походу, не доделали вверх. У нас как всегда. О, кот. Фонтанчик какой офигенный, друзья. Мороженка, водичка, попкорн, кофе, чай. По ценам посмотрим. Стаканчик 200 рублей, 300, 400. И кот 350-600 рублей. Водичка Нести 120 и обычная 50. Есть мороженое. А, вот ценники. На паузу ставим и смотрим. Какая красота, друзья. Водичка какая? Чистая, купаться можно. Еще один билет. Символ Кавказа, орел. Здесь тоже железноводская, как они там, с 7 до 7, то же самое. Та же 5 рублей стаканчик. Правила приема минеральной воды. Ставим на паузу и читаем. Там типа сортир. Кто желает на батут? 10 минут 200 рублей, 20 минут 300 рублей. Покидать дротиками в шарик, тир. Кактус.
алой такой. Алой. Рыбак. Все, дальше ниже красота пошла, уже новая. Половина где-то сделали, половина бросили так. Вот ровно здесь вот. Новая печаточка есть, все. Ну, пошло старое. Вставлял я назад. Журчит. Красота. Жарковасенько становится. Как гуляете, везде водичка, журчит, очень приятно. Вот, Лермонтов. И так на каждой площадке. Устань, Лермонтов, там, Ломоносов. Хорошо, что не забыли. Красиво. Только что говорил насчет Пушкина. Лермонтов. До конца бы сделали лестницу, было бы бомба, конечно. Ну и так сойдет. Здесь уже красота пошла, Толстой. Смотрите, обалденно как. Газ. Железноводская красота. Красота. Княжна Мэри. Прокат самокатов. Бук раздолбанный. Можно взять прокат велик. А это что? Какой-то терминал.
ХМЗ. Исмаил Бэй. Так, не знаю, кто такой Исмаил Бэй. Бивет книга. Там, короче, бивет, можно водичку попить. Давай, смотрим. Скважина номер 56. Жарко, мороженка. Я с собой взял фикс прайс взял, короче, колу, там 60 рублей она стоит холодная, и водичку 40 рублей холодной, пока мне хватит. Классно, что не сильно жарко сегодня. Буквально вчера, позавчера было 41 или 42. Это жесть просто. Я хотел в Железноводск выбраться, но я думаю, я упаду. Я уже раз в Кисловодске солнечным удар поймал. У меня до сих пор рука, вон, шрам. Бахнулся внезапно. И когда на Медовые водопады от замка Коварства Лебея ехал, солнечный удар, у меня на брык. Я не сразу понял, что это солнечный удар. Я просто еду, и ровно дорога, ничего там нету. Брык, и лежу. Но это одна секунда, где-то так. Поэтому я в такую жару не стал ездить в Железноводск. Классно тут, друзья, очень красиво, уютно, птицы поют. Обалденно. Я вот снимал вам в феврале, и вот сейчас летом. Сейчас у нас, кстати говоря, какое число? Так, 23 июля. Офигеть. Уже, грубо говоря, поллета прошло. Я даже не понял, как. Фестиваль воздушных шаров бывает в Железноводске. Как-нибудь попасть бы. Здесь много разных мероприятий проводится регулярно. Скучно здесь точно не будет. Самое главное, здесь очень красиво, живописно. Я иду вот по солнцу, чтобы вам заснять. Так, конечно, я бы вон там по лесу пошел бы лучше. Там тенек. Я уже мокрый, на выжим. Но сегодня где-то 32-35 градусов. Я не думаю, что больше.
Там пострижено все, аккуратно все, красиво. Классно. Фонтанчик. Еще киоск. Здесь можно кувшины разные приобрести. Шахматные доски, чай май, сувениры, магнитики, кружки, самокаты. Красота. Ёпарасоты, опять разбирают. Нахрена красиво же было. Я только обрадовался, красоту пойду поснимаю, а не на, разобрали. Что за цирк? Два года назад сложили красоту, все красиво, взяли, разобрали. Видимо, накосячили. Плитка. То они сейчас сложат опять криво-косо, она будет все равно. Чтобы нормально плитка лежала, нужно бетоном все это залить и на раствор ее посадить. И хорошую брусчатку. Тогда она будет держаться очень долго. Как минимум 50-70 лет она будет стоять наглухо. А так на щебень она будет проседать все равно. Это просто работа так. Офигеть, как во Франции, друзья, офигеть. Все четко. Да, раздолбали все. Вам полностью все убрали. Фонтан остался один. Да потому что вот просто на раствор, на гравер ложат. Столько ребята мучаются, потом заново. Бессмысленный такой труд. Если делать, я так считаю, что надо делать хорошо, либо вообще не делать. Видите, что происходит? Она, если на гравер ложишь, они экономят на всем. И потом приходится перекладывать. Это на самом деле экономно. Два раза переложить. Катамараны обалденные. Но вода грязная. Что правда, то правда. А люди купаются, они вообще пофиг. Покататься на катамаране, да, на сабе там покататься классно, да. Но купаться не. Я даже в нашем институтском озере не купался, хотя там чистая вода. Я в подкупке купаюсь. А лучше на море купаться. Пойдемте вниз, посмотрим, что там. Я стал реже видосы снимать, потому что это затратно. Финансово это затратно. И как бы дальше
чем КМВ, я не могу поехать, потому что финансово это затратно. Все разобрали. Просто. Будете отправлять донаты, я вам буду показывать больше красоты, больше ездить, показывать, рассказывать о нюансах. Тем самым помогать вам. Черепаха, эй, ты куда? Сваливать черепах. Но здесь очень много их. Или кайфует. Сейчас я круга дам. Если будет есть вариант на качельках покачаться, мы с вами покачаемся. Хлебушек привезли. Заезжать на автомобилях нельзя, с собаками нельзя, пить, курить нельзя, разжигать костры нельзя, наступать на красивые растения нельзя. Отдыхать, кайфовать можно. Получать дзен и хорошее настроение от красивых видов. Это можно. Видите, купаться нельзя. Купаются все равно. Какие домики. А давайте посмотрим, что там. Глэмпинг. Пойдем посмотрим глэмпинг. Классные домики тут снять. Не, ну... Не знаю, если на целый день, на сутки, да, снять. А больше, я думаю, ну а что здесь делать еще? Пить, есть и спать. Такие домики на своих. Классно. Классное место, такое кафешка. Свинина ассорти, 100 грамм, 200 рублей. Телятина 100 грамм, 380 рублей. Ну, короче, мы ставим на паузу. Считаем. Бесплатный туалет.
Футбол, волейбол, баскетбол. Да, одеваться людям некуда, люди купаются все равно. Водичку купить, нифига себе. Позаниматься спортом. Позагорать. Ну, водичка, да. Видимость нулевая. Для рыбок офигенно. На сорох поплавать круто. Ну, водичка, да. О, черепаха. Ага, все-таки тебя надо поймала. Черепаха, дай интервью. Как тебе в таком грязном озере плавать? И стыдно, она сматывается. Скажет, ну тебя в баню. Суета. Не нравится ей суета, она уплыла, короче. Кофеек. А, сейчас спросим. Здравствуйте, а сколько стоит сап покататься? 150. Так, друзья, сап стоит 150 рублей полчаса, 300 рублей час. И катаемся сколько хотим. Да здесь кататься волн нету. Вообще легко будет. Делаю рекламку друзьям. Но 150 рублей это очень дешево, честно говоря. Полчаса вам хватит, чтобы накататься. Очень дешево. Я чехол от воды на GoPro-шку не взял. И плавки тоже не взял. Ну, я, в принципе, не собирался купаться. Так, в принципе, если поснимать середину озера, тоже будет прикольно, конечно. Но это не работает.
или работает? Нет. А, работает. Подожди, работает. Нажимаем и пьем. Залез туда. О, песочек, офигенно. Сейчас. Ну, после этой воды, я не знаю, надо где-нибудь помыться, от вариантов нет. И домой ехать, срочно купаться потом. Там подъезжают как-то на автомобилях, не знаю. Ноги можно помыть, водичка есть от песка. Классно. Какая лагуна для детей, чтобы за быки не заплывали. Одна заводь такая с лебедями. Сейчас на тенек найти кого-нибудь. К завершению облицовка пошла. Туалет бесплатный, наверное. Девочка. Thank you.
Круто! Офигенно! Хотите так? Приезжайте в Железноводск. Офигеть! Классно! ₽150, напоминаю, стоит САП. Полчаса. И катаетесь. Даже вдвоем он катается. ₽300 час. На море будет дороже. Раза два. Минимум. Здесь волн нет. Вот здесь лодка проплыла, а здесь немножко волны. А так волн здесь не бывает. И учиться на сабе кататься, это самое оно. Я учился лично прямо на море, на волнах. Много раз падал. На 2 года назад последний раз я на сабе плавал. Ну, поедем на море и там будем на сабе кататься. А пока наслаждаемся такой красотой. Очень красиво. Оттуда с кафешки запах шашлыка идет. Заманчиво. Ладно, погнали дальше. О, кофе. Кто хочет кофе? Сделаю сейчас рекламочку. Американо 179, капучино 225, латте 245. Ага. Так, сейчас я в тенек зайду. Прям уже припекает. Нехило так. Ух ты, что офигеть как тут, а? Бомба. Розы везде. Очень красиво. Эй, привет. Ну кайф, просто кайф. Мягкие такие пуфики. Красиво сделано. Галька дешевая, но как красиво. Такой японский сад сделали небольшой. Дешево, сердито, красиво. Очень. Кстати, лайфхак, вот, друзья. Как недорого сделать сад у себя. Обычные деревья. Вот японский клен. Это вишня или что это. Единственное, японский клен, оно будет стоить. Вот такое дерево, наверное. 3-4. Бонсай будет 10 000, наверное, такой готовый стоить, 15. А все остальное как бы вообще недорого. Галька на речке можно собрать. Газон, рулон. Рулонный газон. И все это вместе удовольствие, такой участок будет стоить. Но максимум 100 000 с всеми деревьями. И как бы все, у вас красота, думаю. Если, конечно, там белый щебень, это кварцевый, будет уже подороже там все. Очень красиво. Как мне нравится здесь. Солнце печет. Я уже колу выпил. Сейчас, если кофеек пить, это... дерево классное. Кто знает, говорите, не знаю, просто я не все деревья знаю. Очень красиво. Террасная доска, такой столик, очень красиво сделано, очень. Ребята молодцы просто. А, здесь чуть прохлада пошла.
Здорово сделали. Если оно классно, то оно классно. Заведение называется. Как оно называется? С 10 часов начинает работать. Форест называется. Шикарное здание, кстати говоря. Красивое. Что у нас по меню? По меню у нас вот сейчас покажу. Бургер 615 рублей, 515, 465 рублей, 350 грамм. Ролл, шаурма стоит 415 рублей, 300 грамм. Картофель фри стоит 100 грамм, 195 рублей. Наггетсы 295 рублей. Вот такая вот пицца. 585 рублей. 300 грамм. Стейк из говядины. 495 рублей за 100 грамм. Вот такие вот цены. Супы, салаты. На паузу ставим. Смотрим. Такой абсолютно бесплатный вам обзор. И заодно рекламу для кафешки. Тоже бесплатно. Девушка с велосипедом. Сабы. Очень красиво. Люди кайфанули, катались. Так, кстати, по ценам что здесь? Стоимость проката 350 рублей 30 минут и 600 рублей этот 60 минут. Это что? Сабборд. Ага, здесь такие цены. А там с той стороны, ребята, получается озеро по 150 рублей за полчаса. Ну, там сами ребята пришли и выставили. Да, по сути, какая разница. Но вот здесь именно получается ценник как на море. Соки фреш. Чай 100 рублей. Вот такая вот красота. Пойдем посмотрим, что там у нас. Форест бомба. Ну как мне зайти туда? Респект ребятам. Если люди стараются, вложив деньги, то как бы приятно зайти туда. Лодки, катамараны. Черепахи, рыбы. Какая красота. Черепаха. Рыбы здесь дофига. А вот еще черепаха, смотрите. Тортилла, ты куда поплыла? Где Буратино? Привет. Тортилла, привет. Походу нам хочется с ним поговорить. Привет. Красивый черепах. Красавец ты, красавец. Да, красавец. Он поближе ей как-нибудь засниму. Привет. Теперь ты звезда. Звезда. Звезда Ютуба. Продолжаем прогулку.
припекает. Короче, я зашел в кафешку. Там, короче, хочу по-болгарски 500 рублей. Кофе 250 рублей. Такой легкий перекус. Там сюда 1000 рублей. Решила выше подняться и где-нибудь Пятерочки что-нибудь взять, перекусить. В принципе, Пятерочки там выпечка с мясом и кофе, короче, стоит 80 рублей. Вот такой вот лайфхак. Хочет в грязи и измазаться. Есть такой вариант. Прикольно. Ну, так себе удовольствие, конечно. Или кто хочет на мечах порубиться. Тоже есть такой вариант здесь. Ну, сдается мне, что сейчас бойцы прям очень сильно отличаются от древних бойцов по своей силе и выносливости. Раньше люди были очень, очень сильны. Я не люблю толпу. Пойдем. Это еще кафе. Кофе здесь. Не, может, он занят. Он, наверное, туда зашел. Я дергал, так, здесь уже 130 рублей американо, 150. Ну, уже на порядок меньше. На порядок. Сейчас я вам покажу, где еще дешевле. Либо там кто-то застрял. Дорога. Надо как-нибудь приехать на автомобиле сюда. Хорошая дорога, красивая, очень горная. Прогуляемся еще в правую сторону парка. Забываем корм для белок, 50 рублей, 75 рублей. Ну, такой там порции очень маленький будет. Лайфхак вам. Магазин Пятерочка, там где все орешки продаются. И вам и белкам хватит. Вторая часть парка там прямо зарушилась. Реально беседки прям в траве заросли, флам прожавели. Офигеть, уже 2 часа дня, я с 8 утра, 8 точнее, в Ситуках я стартанул, здесь я был 8.25 где-то.
Вот, липу обдюрбанили. Я о чем говорю. Чай он везде растет. Если есть желание у вас, как бы, видите. Памятник кому-то. Памятник первым посетителям Железноводска. Зашибись. Прокат самокатов. О, здесь я был очень-очень-очень давно. Берешь свой знак зодиака, ищешь и крутишь его по часовой стрелке. Риба. Подвинешь ты его, ага. Надо Гераклом быть. Эй, здесь только рыба, что ли? Эй. Обманул. О, обманул. А ну... Чё-то мне подсказывает, что... А вот тонны две, три. О, козерог, это я. Прямо козерог. Не, если бы я был бы Гераклом, я бы, конечно, ее сдвинул бы. Не, ну если вы мне поможете, то мы и сдвинем все вместе. И утащим домой кому-нибудь. Беседка такая старинная. Это мечеть, что ли? Сейчас посмотрим. Музыкальная беседка. И в чем ее музыкальность? А, ты, короче, там становишься и поешь сам, да? Тут на арабском что-то написано. Гостиница была в арабском стиле. Не знаю, здесь был очень давно. В этой части парка офигеть, я тут лет 15 назад был, по-моему, а муж и больше даже. Везде он чай растет. Липа, пожалуйста. А пакетик 100 грамм стоит 300 рублей. Но, правда, сушеное, но два раза больше нарвите и будет так же. Есть санаторий, уже пошли. Дом такой красивый. Кизил. Ну, здесь, в принципе, не знаю, что здесь смотреть. А, нечего тут смотреть, ребята. Просто санаторий тут. Маурис. Ладно, пойдем посмотрим, что там. Ух ты ж, машина какая. Это китайцы умеют делать. Это у нас санаторий. Санаторий, вообще не знаю. Тальмина. Санаторий Тальмина. Хрен знает. Что?
А, это для туристов, короче, вот этот. Ага, я понял. Ладно. Что там, друзья? Понравилось видео? Ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А впереди еще больше красоты, еще больше джена, еще больше людей. Красота. Впереди нас ждет красота. Красиво, то красиво.